колыбели. Самое время свалить на корабль. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакции ютуберов. Не забывайте поддержать видео с лайками, комментариями, подписками, колокольчиком. Вступайте в наш телеграм, это крайне важно. Вы не будете пропускать интересные видосы и новости канала. Пишите, что хотите увидеть еще в комментариях. Приятного просмотра. И чек печеньки. Погнали смотреть. Смотри, какой вкусный пирожок! Ну и че? Пирожок, ура! А, сработало. Быстро бегать. Славянский режим пирожками. Ох ты. Внезапно. Получилось. У меня забагалось все, куда я бегу. Так. Я его перекормил, просто заспамил. Салют хлебный сделал, да? Еее! О, в этот раз хороший концов. Блин, это оказывается так просто было сделать, надо было на другой сложности это сделать. Едем в город Синоград! Игра пройдена. Блин, а чего вы раньше не сказали, что Синоград? Бля, нихуя себе! Синоград все! Смотрите! Хоп! Так, дал ему пирожочек. Хоп! Дал ему еще пирожочек. Воу, куда ты? Блин, это внезапно сейчас было. Хоп! Так, давай, перелетаем. Хоп! Еще разок. Оп! Еще разок. Вот так потихоньку, помаленьку, да? Вот так вот забрасываем его. Там сзади Генка летает, придурочный. И вроде должно хватить как раз четко. Видите, четкое переедание. Что-то оно, кстати, не увеличивается особо. Ну давай же, переедание, ну переедайся-то, ну. Ага. Так. Два пирожка еще. Ну как раз должно мне нормально быть. Как раз должно быть четко. Давай, 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 пожалуйста. Да! Вот, вот и красота. Да, да, да. Все, снова, снова Тимоха лежит. Оказывается, все это можно было сделать вот так. Это фактически спидран игры получается, по большому счету. На скорость пройдена, да. И мы бежим на корабль, мы бежим на корабль. И, в общем-то, хорошая концовка, как говорится, сейчас и будет. Реально, без прикола. Видали? Дэвид Боуи так шикарно еще не пел ни под какую вообще игру, ни под какой фильм. Псиноград, да! Это же Дэвид Боуи. По-моему, это он. Я не уверен, конечно. Окей. Блин, какой вкусный пирожок! Все? Все, ребят, прикиньте! Гена, аккуратней! Что произошло нафиг? Ты это видел просто? Емеля! Короче, мы ни разу Гену даже не напоили. Понимаешь, в чем прикол? Его надо напоить по любасу. Я даже не находил чайник, там мне написали, что чайник надо найти. Все, чуваки! Ляни флексят. Телочек, правда, по пути, походу, столкнули. Ну, в общем, все, хорошая концовка, чуваки. Запинать. Закидываем. Давай, 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 давай. Да! Да, это я, это я, это я. Я смог его запинать. Это, оказывается, работает, баг. Засратый Тимоха лежит.
попку Тимоху поцеловал. Вроде как он мне сейчас сделать ничего не может, потому что он объелся и спит. Так легко оказывается. Эх, разработчик, дать бы тебе по попке. Запрыгиваем. Все, прошли. Ну это, я как понимаю, хорошая концовка, да? Потому что мы его прямо запинали. О, Аркис! Да, видно, Аркис! Но не пишет то, что это хорошая концовка, но я так понимаю, это хорошая концовка, их всего две. Но это с помощью бага, это нечестно. Это что-то с чем-то. Я на ютубе гляну хорошую концовку. В общем-то, все оказалось куда проще. Чтобы получить хорошую концовку, нужно пройти игру на среднем уровне сложности или выше. И концовка эта длится буквально 10 батио секунд. Так, нас просто, видимо, не обосрут, и мы под флекс уедем отсюда. Я правильно понимаю? Да. Едем в город Псиноград. Там ошибка в слове «психоград». Они едут в дурдом. Я, видимо, после этого ролика тоже туда отправляюсь. Погнали. Если пора связать, тыкай сюда, кучу крутых видосов. Рекомендую зайти в раздел видео, там вообще много-много всего интересного. Увидимся, услышимся в новых видосах. Пока-пока. Вступайте в Телеграм.